мы создавали общую культуру в регионе. Мы создавали цивилизацию. Мы эти народы создавали. Уничтожая нас, уничтожали и их. И разорвали. В результате почти удалось это сделать. Удалось. Конечно, я не говорю про искусственно созданные государства в арабском мире. А они такие есть, и обижаться тут не нужно. Но и они должны понимать, что они все равно арабский мир. И мы с их предками очень много строили. Я вам скажу даже так, аварцы в России себя называют многие, которые, ну, грамотные, потомками армян. А я уже не говорю про древнюю церковь армянскую в Дербенте. И вообще в России наука, как таковая, зародилась с интереса Петра I в Астрахани, когда он увидел армянскую церковь, не мог прочитать, что это такое, дал поручение перевести, что там написано. С этого момента российские ученые начали заниматься, и стала формироваться такая наука, как история в России.